По переулку Маячного был проведен выезд на объект, было зафиксировано, что произвелась вырубка деревьев. По этому факту управлением направлено письмо в департамент экологии Одесского горсовета. На сегодняшний день строительные работы на данном объекте не проводятся. Никаких разрешительных документов на строительство на этом объекте нет. Земельный участок, да, по переулку Маячному 7 находится в частной собственности общества с ограниченной ответственностью «Маячный», так же, как и строения, которые на нем размещены.